видите, что за 30 минут вот это небольшое количество нас с вами здесь увеличит наличие гостей на презентации на энное количество людей. Вы потом на бумаге это все увидите в цифрах. Я люблю цифры, я люблю статистику. Мы с вами все это запишем. Главное, запишите, сколько людей вы позвонили и кто сказал вам «да». Сколько людей. Чтобы у нас было конкретное количество звонков. Вот и пришла газета. Кому нужны газеты, подойдите ко мне, я вам дам с благословенных рук. Пока раздаем газеты, пожалуйста. Разницы нет. Квартира это вообще актуально.